Мирослав, какие эмоции сейчас испытываете? Мы очень рады, что наконец-то нам удалось выиграть первенство. Мы так долго к этому стремились и шли. Да, и вот наконец-то. А как думаете, что помогло сегодня выиграть, родные стены или были очень хорошо готовы? Мы были очень хорошо готовы, и еще такая поддержка была. Да, и, конечно же, родной зал, где мы тренируемся с детства. Насколько важна эта победа для вас? Вы все-таки выступаете опытные танцоры, везде выступаете, в Москве, в других городах. Насколько важно было выиграть на первенство области? Статус, подчеркнуть. Ну да, наверное.